Меня возмущает, как почерковед мог сказать, что моя подпись недействительна, не имея аналогов для ее сравнения. Это просто безобразие. Я Самарский Павел Иванович, проживающий по улице 1 Фрунзенская, дом, квартира Ш. Подтверждаю, что я сам, собственноручно, оставил подпись в поддержку Любови Соболь. Меня зовут Фиников Дмитрий Олегович, являюсь жителем района Арбат. И я действительно 14 июня оставил свою подпись за выдвижение Любови Соболь. И дату, и подпись я оставил собственноручно. Я записался и стал сам сборщиком. И заверил свою подпись нотариально. Я неоднократно был членом участковой избирательной комиссии по району Арбат. Я участвовал в работе территориальной комиссии. Моя личная подпись недействительна. Ну что делать? Эту комиссию надо распускать. Я Азар Илья Ильянович, прописан в районе Хамовники и даже являюсь в нем муниципальным депутатом. И я, находясь в здравом уме и твердой памяти, собственноручно внес дату и подпись в поддержку движения Любови Соболь на выборах в Московскую городскую думу по 43-му округу. Я подтверждаю, что собственноручно поставила свою подпись и дату за выдвижение кандидата в Мосгордумы Любовь Соболь. Я крайне возмущена тем, что мою подпись не приняли. Я не понимаю, по каким причинам я требую выдвижения Любови Соболь кандидата в Мосгордуму. Москва должна выбирать. Собственноручно поставила подпись за выдвижение в Госдуму Соболь Любовь. Оставляла свою собственноручную подпись за выдвижение Любови Соболь. Подпись моего мужа была признана действительной, моя нет. Почему? Поставила свою подпись за кандидата Соболь Любовь. Я не знаю, что сказать им, как они могут определить, настоящая подпись моя или нет. Я говорю, что она настоящая. Что поставила подпись и дату за выдвиженку Любовь Соболь. Подписном листе в поддержку кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь я собственноручно поставил дату и подпись. И то, что ее посчитали отдельной, этот факт меня, честно говоря, сильно удивил и дико возмутил. Я ставил подпись за Соболь, ставил подпись и дату в поддержку Любовь Соболь. Я собственноручно поставил дату и подпись, а ее признали поддельной. Дату и подпись сделал своей рукой и возмущен тем, что бракуют подписи и просто безобразие. Настоящим подтверждаю, что сейчас и ранее моя подпись за гражданку Соболь поставлена мной собственноручно. Понятно? Бумажка. Я поставила подпись за выдвижение Любови Соболь. Собственноручно внесла подпись и дату в пользу Любови Соболь. Подпись в поддержку Любови Соболь. Я житель Хамовника, поставила за Любовь Соболь. Ставил подпись за Любовь Соболь. Собственной рукой ставил свою подпись. Дату и подпись за выдвижение Любови Соболь. Выдвиженца Любовь Соболь. Трезвом уме и в твердой памяти сообщаю, что я вставлял подпись за Любовь Соболь. Любовь Соболь оставит свои права, я беспредел нужно ставить.